Я рад приветствовать любителей жутких историй на канале Дамако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Snowflake's Chance. Ну что, дорогие друзья, как видите, я добрался до этого места, у меня 99 шансов. Я на изи просто прошел все эти пути, на которых так долго страдал. Все оказывается гораздо проще, когда понимаешь механику. О многом мне рассказали. Ну, точнее всего, мне рассказали про то, что можно нагибаться, уворачиваться от хомяков, от выстрелов хомяков. Причем, кстати, это работает только один раз. Вы, если нагнулись, хомяк может промазать, но второй раз он будет стрелять по низу, и обязательно вас попадет, если вы будете так же продолжать лежать. И главное открытие, которое для себя я сделал, это прыжок на собаке. Если щенка выплюнуть, то можно на нем прыгать очень высоко. И я это понял, когда проходил как раз вот эту территорию, пробегал ее. Мне получилось запрыгнуть случайным образом. Я отпрыгнул, когда поднималась там такая небольшая платформа, висит такой же хомячок, как вот вы сейчас видите, и там есть платформа. Она в лаву опускается. Я когда прыгнул, я прям отпрыгнул от этого хомяка и так далеко отлетел, и я понял, что, оказывается, можно преодолевать таким образом препятствия. Это позволит вам легче проходить. Куда сейчас идти, в принципе, здесь, я не особо сильно понимаю, но думал куда-то наверх. Мы находимся как раз на третьем этаже. Когда я падал, я понял, что этажей здесь приблизительно 20-21. Я охренел просто после этой цифры. Я прошел всего 2 этажа, на третий пришел, и тут у меня какие-то муки идут, муки. Так, взрывные жуки, это аккуратно. Поэтому надо быть вообще капитально аккуратным. Особенно, знаете, ребята, если вы проходите аккуратно и многое что подобрали во время своего прохождения, ну-ка давай, погнал, то вам проблем вообще никаких не возникнет, потому что я здесь, например, путь подрезал при помощи крабьей лапы. Мне было очень комфортно. Можно забрать, в принципе, того чувачка, хотя зачем его забирать и как оттуда потом вылезти? Да никак, вообще-то нереально. Так, там один кабан ходит. Пошел жук. Ага. Съедим. Так. Больше не лезет. Тварь, хорошо, что он хоть не спускается. Давай, погнал. Пошел жевать, мы побежали. Так, смотрим. Попробуем. Черт, я не могу запрыгнуть. Иди в пень. Вот видите? Как это упрощает жизнь? Это капитально упрощает жизнь. Вы понимаете? Ой, лягушки, отлично. Сколько их можно съесть? Лягушки — это, короче, такие своеобразные выстрелы. Вот мне тоже ребята в комментариях подсказали насчет этого. Проклятые. Они стреляют по вражинам. Ну, можно стрелять, вот, например, в них. Я даже не знаю, стоит ли подпрыгивать на этой штуке. Наверное, стоит. Куда нам идти, понятия не имею. Вот вообще понятия не имею, потому что мы здесь впервые. Так, нет, сейчас огонь может пойти, да, огонь пошел. Нет. Иди нафиг, я тебе говорю. Так, у меня какое-то было, походу, бессмертие, что ли, я там нажрался без всяких предметов. У меня, походу, было какое-то бессмертие, что я не получил даже урона сейчас. Так, я могу вот там, где бык ходит, могу там скинуть щенка, попробовать запрыгнуть наверх. Может быть, у меня получится. Перед птицами, потому что этих птиц я вообще не хочу. Слишком много, они опасные. Так, зато там есть обезьянья лапа. А внизу щенок. Сможем ли мы запрыгнуть, отлетев от этой штуки? Неизвестно. Сколько у меня, интересно, щенков? Так, тихо, давайте посмотрим. Так, обезьянья лапа, два щенка, нет, два щенка, да, все правильно, два щенка, может, одного можно и пожертвовать.
Одного, может быть, можно и пожертвовать. Обезьяньих лап сколько? Манки, 3 штуки, да не хватит, короче, я не буду. Ой-ой, я выплюнул, да? А как мне, интересно, переключить между ними? А, во-во, через Y переключается. О-во-во-во-во, вот это я зря. О, уступчик. Так, смотрим. Здесь куда? По деревьям, наверное. Прыг-прыг-прыг уходим, да? Главное, не навернуться, кролик. Не беси меня. Ну ты же могёшь, я же знаю. Фу, ты такая жуть, постоянный стресс. Так, тут прыгать нельзя. Потому что убьете 100% на шипах на этих. Кролик! Падла, не зли меня. Да что так? Вот так надо было просто сделать. Так, смотрим, там куча кабанов, там еще кабаны. Ох ты, пипец, там вообще жесть. Куда идти, страх. Так, вот оттуда можно перепрыгнуть, наверное. Да, если я уйду направо, вполне возможно, я смогу перепрыгнуть. Там какой-то котел вообще варится, какой-то варево и жабы. Блин, я сейва тут вообще рядом нет. Я вообще так далеко сохранялся в последний раз, что это капец. А идти куда я вообще не знаю. Сейвы все по центру находятся. Фу. Я думаю, площадку ударился лицом. Так, это котел. Ну, а что за котел? А зачем он мне? Котел мне не нужен, наверное. Я не знаю, зачем он. Так, и там выход наверх. Ну, как бы, путь наверх. Давайте просто посмотрим, что здесь. Тут я так понимаю, что здесь есть какие-то еще ништяки, ну... Ништяки, которые... типа собирательные, что ли. Я вот собрал такой один. И тут наверняка их много. Тихо. Кролик. Не для меня, паскуда. Так, нам походу идти туда, где кабаны. Вот тут слазить, тут кабан. Так, у меня... Есть один щенок всего лишь. Но я могу пройти при помощи этого щенка, да, здесь? Кабан же до меня здесь не достанет. Я спрячусь на всякий случай. Конченый кабан, конченый. Скинем. Давай. Живи, побежали. Так, вроде мы куда-то добежали. Ага, вот и сейф. Вот и сейф, дорогие друзья. А внизу крабья лапа. Вот зачем проход есть через низ. Так, тихо. Отлично, мы сохранились. Только вот теперь куда дальше идти, потому что... Я вообще... Ну, наверное, прыгать налево. Сломя голову, прыгаю, кролик! Не знаю, верно ли это было мое решение. Туда, налево, потом два. Ну да, наверное, так и есть. Туда нам и надо, ребят. Сейчас мы уйдем налево. Так, смотрите, ну там... Ага, островки, да, мелкие? Один, второй, третий. Тихо. Ну это, блин, дикость. Вообще просто пипец. Вы здесь даже спрыгнуть не можете. Иди сюда, тварь. Падай куда-нибудь там вниз в лаву. Вы даже прыгнуть не можете. Нет! Говна кусок. Ну это же вообще капец. Куда меня забросило? Ага, в самое начало, короче. Я понял, где. Как
Как в этом, как-то можно было там только через щенка, походу, запрыгивать. По-другому я, в принципе, не понимаю. Но через щенка может быть намного надежнее. А так вообще фиг его знает. Иди отсюда. Так, у меня еще 2 хп. Гребаные твари эти птицы. Ну это летучие мыши тоже. Мне постоянно поправляют, потому что это не мыши, это что-то не птицы, это летучие мыши. Какая нафиг разница? Вы ж меня понимаете. Это самое главное. Главное, что мы понимаем друг друга. Вот это я помню не трогать вообще. Так, вот там крабья лапа нужна. Пойдем по этому дурному пути с кучей крабов и лавой. Прячемся. Попробуем опять пробраться. Не знаю, получится у нас, нет. Тоже другой вопрос. Ой. Ой-ой-ой. У меня 1 хп. Это грозит нам смертью, ребят. Забираем щенка. Травы тут что-то я не особо-то наблюдаю. Вот место, где мы были. Откуда мы начали наше путешествие. Ага, вон трава, отлично. Отъедимся сейчас. Да, жестко, жестко тут вообще, и не говорите. Так, вроде все съели. Наедаемся щенками. И чувствуем себя очень хорошо. Так, ой-ой. ХП хоть хорошо, что не тратит. Пока еще мы живы, пока еще даже ни одной жизни не потратим. Прям, ну, очень хорошо. Опа. Что же нам с ним делать? Его только отвлекать, да? А как я в прошлый раз ходил? Так так же и ходил вроде, да? Мы его отвлекли. Да ты иди нафиг. Никуда не. Мы его отвлекли. И пробежали. Да, так и было. На, жри. Давай. Да, и пробежали. Здесь через щенка мы прыгнули и наверх ушли. Вот тут только, конечно, вопрос. Может быть, стоит пойти налево, раз нас все равно налево зовут. Там прыг-прыг, потом наверх. Там хомяк. Просто мне жалко щенков отдавать. Вот мы сейчас здесь щенка отдадим, надо будет еще наверху одного щенка отдать. Ему потом останется еще без щенков. Он снизу цветочек. Не знаю. Нам апгрейд какой-то дать. Я не все, я еще пока еще не все цветы знаю. Я же заметался от страха. Пипец. Что вы творите, сволочь? Если так можно делать. Так, я крабью не буду тратить, естественно, лапу. Это расточительно. Так, хомяк. От хомяка прятаться, короче, смысла нет. Мне вот сказали, типа, прилечь. Я, короче, такой прилег, думаю, ну ништяк-ка. Он первый раз промахивается, а второй раз попадает прям четко у вас. Поэтому будьте аккуратны. Не пользуйтесь такими приемами часто. Иди отсюда. Тварь. Ненавижу. Больше всех. Так, нам, короче, надо, я понял, куда. Налево и налево, да? Или нет? Или мы не здесь налево-налево уходили? Нет, мы не здесь налево-налево уходили, ребят. Нам здесь направо надо. Вау. Вот это я хорошо запрыгнул. Какая-то, кстати, бабочка, видали? Она, походу, мне помогает. Она, может быть, духа этого отгонять от меня? Это было бы вообще круто. Так, я могу, в принципе, отсюда уйти. Если я на нашем щенке запрыгну наверх, уйду направо, уйду наверх по лестнице, мимо кабанов. И птицу эту поганую надо еще глушануть. Хомяк бы не мешался, паскудник. Он же все испортит.
На, подзатыльник. Ой, не там, наверное, поставил. Бежим. Бежим. У меня есть жаба. Есть. На, тварь. Блин, жалко, что я их толкать не могу. Вот, честное слово, я бы его вытолкал нафиг отсюда. Фух. Нет. Иди в пень. Так, прыгаем. Так. Фух, вторая попытка. Фух, руки вспотели. Реально, допрыгнуть туда можно. Но вот этот именно кусок вот этой фиговины, короче, он мешает конкретно. Вы потому что вы прыгнуть наверх не можете, он вам просто не дает. Вы нажимаете вверх прыг, а он берет, короче. А надо потому что вбок прыг, наверное, нажать. Он все равно цепляется. Паскудник, а. Говно. Ладно, придется так действовать. Скалолаз. Кролик скалолаз. Тире. Убийца. Так, они будут бесноваться. Я буду ближе подлазить, они нас убьют, походу. Да блин, ну какого хрена? Ну не там так близко, ну как-то можно обойти его. Так, куда мне? Куда? Налево, налево, налево. А, я даже так? Я прям сразу сюда? Нате, хомяка вам, козылы. Я полез. Сожрали моего. Кстати, у него нимб над головой светился, когда вот его вообще ни разу не сожрали. Походу, ты как будто такой святой, когда ты вообще ни разу не поврежден был. О, жуки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это я зря, надо было, наверное, не прыгать. Отходим. Не попадет. Фу, мы так далеко еще не заходили. Ребят, новая локация пошла. Так, там опасно, видно сразу. Там сейв, идем к сейву. Оп. Жуки. Прячемся. Один жук. Второй жук. Второй жук. Прячемся. Хо-хо-хо. Фига себе, что он может. Так, там он еще один жук. И там хомяк, да? Нам сейф надо взять обязательно. Так, ну давай. Полыхни. Ну. Давай, сказал. Иди сюда. Ну полыхай уже. Вот что за костер? Что за подло? Так, ворон прилетел. Нам туда направо надо уходить. Но можем уйти наверх. Заметьте. Мы там можем пролезть. Там жук. Мы сейчас его спугнем. Жук. Сейчас шмяк. Ну вот сюда. Через хомяка и наверх. Вот затыкнуть, тварь. Так, смотрите. Там он еще один, да, у нас? Пока не лезем. Так. Он нас может, вообще наверх забросить. Получится, интересно. Сейчас подождем. Да, может. Отлично. Тут есть что поесть. Отсюда, значит, можем направо уйти. Давай, иди сюда. Ближе иди, без козла, тебя вытоварю. Иди сюда, хомяк. 20 этажей, ё-моё, 20! Это вам не 5. Я думал, ну тут 10, наверное, максимум, короче. Ну, как бы и все, хватит. Если 10 первые два этажа такие жесткие, получи.
Так, ну нам прыгать надо, ребят. Прыгать. А, и прям лицом нашиб. Нет. Я что-то его сразу не заметил. Во-во-во-во. Тихо. Хомяка нет. Хомяк ушел. Так. Что это я? Тихо. Тихо. Да. Ну-ка, еще раз. Отлично. Тут некоторые, получается, вот эти предметы, которые мы кушаем, они некоторые не сразу дают апгрейд. А, например, если ты съешь там несколько штучек, они дают апгрейд. Например, некоторые. Прыжок веры. Видите, шип. Обезьянья лапа, вижу. Это что за фигня? Вот то вот что за фигня такая? О, видите? Она поднимается. Пиу. 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 И сейчас будет какая-то непонятная штука какая-то будет. Что она делает, интересно? Ну-ка, мне не сильно это интересно. Иди отсюда. Потому что я чувствую, что ничего хорошего. Тут вообще игра ничего не делает хорошего. Она только зло одно несет. Какой прикольный слон. Смотрите, да, реально слон. Такой весь, как будто на шипах. И, возможно, она что-то активирует именно его, да? Давайте не будем смотреть. Вообще, как будто новую локацию пошли. Так, там хомяк. Возможно, это как сирена безопасности, да? Мы сейчас... Я на ловушки какие-то, да, наступал, походу. Такое чувство, что мы пришли в какой-то типа замок, что-то в этом духе. И в этом замке нам необходимо как-то с вами реагировать. И, возможно, вот эта вот штука, короче. Смотрите, там что такое? Видите справа? В закрытом помещении. Какая-то шняга привязана. Ненормальная. Вон, видите, да, желтенькая? Или что это? Какого цвета? Ее кто-то пытает, мучает, она там висит. Иди отсюда. Так, ладно. Жабин. Иди отсюда. Так, тут тоже... Это тоже же цветок. Что за фигня вас съела? Давай иди сюда. Не, тварь. Тут другая музыка. Музыка поменялась, да, получится? Вот это вот. Элемент музыки. Бежим, 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 бежим. А, смотрите, тут нет этой штуки. Да, это точно, смотрите, это педали. Ага, дротиками плюется. Желтые. Желтые плюются дротиками. Понятно. Ловушечки. Да нет. Да какого? Башкой там ударяешься, блин, об этот верх. Так, давайте еще разок. Любопытненько, конечно, любопытненько. Тут самое главное в этой игре — это не торопиться вообще. Никогда. Просто никогда не торопись. Аккуратно, внимательно все разглядывай. Какой-то дабл джамп. Короче, мне надо две штуки такие сожрать, мне будет дабл джамп, прикиньте. Так, нету радара этого непонятного. Может, ее сломать надо? Ну, я пробовать даже не буду. Так, желтый, значит, нельзя трогать, да? Так. Есть.
смотри, там какой-то крабомен ходит вообще. Краблан великий и ужасный. Пилы. Чё? Ой, ё-моё, там вообще кишмя кишит этих маленьких упырей. А вон, кстати, вторая штука, вот такая, цветочек, которая сим подает мне тут даблджамп. Как же мне пробраться туда? Самое прикол, что, знаете, там просто так не проберешься без щенка, наверное. Знаете почему? Потому что во время прыжка, ходьбы или чего-то еще ты вообще делать ничего не можешь. Фига себе. Вы заметите, да? Получается, вы можете пойти по пилам, а даже по пилам вы пойти не можете. Вы не можете пойти по пилам. Так, смотрите, и там цветок. Вы видите, да, красный вот этот вот. Получается, сейчас я-то их убью. Вот этих-то проще. Хотя этих тоже, получается. Да? Бабочка летает. Так. У вас тут не будет ХП, а? Пожалуйста. Так, еще один. И у меня будет, да? Магический прыжок. Иди в пень. Так, ну походу придется, ребят, пойти по правой стороне. Ну так будем стоять, просто бить, пока все не подойдут. И то же самое здесь сделаю. Нет! Они меня пробивают! А я думал, там такие же типы. Их просто стоишь и колотишь, и все. Вот это даст мне сейчас увеличенное количество хп, отлично. Вот это прямо сейчас спасение. Да блин, это самый основной предмет, наверное. Здесь. Да блин, да давай, дорогой, давай. На самом деле уже побольше стал этот упырь. Да давай в лаву лети. Там тебе самое место. Да ё-моё, ну чё ты, королямба, ну что ты? Давай, снежочек, ну. Дорогой. Отлично, спасибо. Цветочек. Так, что, один, еще один, короче, и получим даблджамп. Давай, подходи. На. Сидим, напинаем. Так, чтоб он это, не проснулся, не очухался. Да ё-моё! Вот пипец, это так обидно, ведь такой вот прям хороший цветочек он нам попался. Такой цветочек с самого начала, блин, и на шипом спустился неудачно. Не, ну в этой игре по-любому будешь умирать, по-любому будешь умирать. Тут нельзя не умирать, эта игра 100% рассчитывает на то, что ты будешь умирать. И разработчики не зря свой хлеб едят, они сделали так, что вы реально будете помирать, и от этого у вас будет перегорать. И вполне возможно, эту игру будете перепроходить не один раз. Это же вообще капец полный. Это такая игра, 20 этажей, офигеть. И до сих пор в голове не укладывается, что 20 этажей, ё-моё. Самый опасный момент это вон там, дальше. С этими странными ловушками. Здесь-то ладно, мы еще перепрыгнем, здесь перепрыгиваем. Вот тут перепрыгиваем, все норм. Вот, вот здесь даже еще не так страшно. Как это будет вот здесь. Потому что здесь он бьется стопудово. Ага, аккуратно. Тут супер секретки нет? Может, здесь тоже в этой игре такая тема есть. Так, смотрите, там жаба, да, прыгает у нас одна. Но вот это, конечно, жесть. Вот это вот справа, это просто пипец. Как до туда дойти-то вообще непонятно. Как там, что вообще? Что вообще, зачем и как? Цветочков больше нет. Давайте сходим за вазой. Может, ваза нам что-то даст полезное. Так, а там справа что-то было интересное? Пинаем,
пинаем. Музыка нагнетает, конечно. Как ты думаешь, я убиваю? Кидок-бал. Кидаем и пинаним по лицу. Не, вот этих вот глистов вообще капец, и как неудобно убивать. Неизвестно, что надо. Если им надо, по ним надо прыгать только, только с углу прыгать, то это вообще не вариант. Радар это тоже не ясно, что он делает, вот этот вот. Он стягивает кого-то, призывает, или вас оглушает, или что с вами делается. Чувствую, мы скоро об этом узнаем. Потому что там надо будет быстро пробежать направо, когда к вам на вас пойдут пилы. Ну давай, давай, что-то вы подходить не хотите, да? Видите, что я ваших избиваю. Только краб на краба сел, они, короче, комбанули. Комба! Дела пошла, уходим. Дальше. Ага, понятно. Они только начали по своей территории. Что это такое вообще? Это что такое? Это что-то... А, прятаться можно в этой шняге. Понял. Да? Мы прячемся же? Да, я прячусь. В этой шняге можно прятаться. Опа! Козел. Видит меня? Ты посмотри. Сказали же, что мелкие тупые не видят. Обезьяна, смотрите, наверху скачет какая-то синяя. Офигеть, я только сейчас заметил. Нет, 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 ты что, дружище? Туда падать вообще нельзя. Так, отойдем подальше. Вот так вот с конца. Присядем. В позе страха. Так, обезьяна, собака такая. Вот жуть. Так, смотрите. С небольшим промежутком друг от друга они... Нет! Я ж прыгнул! Я ж прыгнул! Мне же не показалось. Все нормально было. Ладно, ладно, сейчас еще раз, еще раз. До обезьяны надо добраться. На вот и подошла к концу очередная серия по игре Snowflake Chance. По-моему, стало чуть-чуть получше получаться. И мы больше узнали об этой игре. Какими-то более глубокими знаниями, что ли, стали обладать. Это упрощает игру, естественно, и становится еще более интересно. Лично меня захватывает. Захватывает эта игрушка, хоть она и сложная, хоть она заставит подгорать ваш пукан. Извините меня, 20 этажей, 20! Че? Че? 20? Серьезно? Пипецы, по 99 шансов будешь сливать каждые, наверное, 5 этажей как минимум. И это каждый раз заново начинать и каждый раз заново проходить. Но со временем все равно получится пройти. Игрушка реально, мне лично вот очень нравится. Очень удивительно, что вот эта игра настолько непопулярна в Steam, потому что комментариев и отзывов положительных, да вообще хоть каких отзывов оставляют, ну, совсем мало людей. Это действительно удивляет. Игрушка безумная крутая. Ну, да ладно, не будем о лиричном, как говорится. Мы вновь вернулись, мы вновь на коне, мы вновь в деле. А это самое главное. Не забывайте ставить лайки, дорогие друзья, поддерживайте это видео, поддерживайте, чтобы я понимал, что оно действительно вам нужно и что оно действительно вам нравится. Не забывайте ставить пальчики вверх, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты, ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также подписывайтесь на канал на Ютубе и жмакайте колокольчик, чтобы всегда в теме, какие видео выходят, когда, зачем и почему. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую, люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!